Хаюшки и друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу сид на зомби-деревню для Майнкрафта Pocket Edition. После того, как вы ввели этот сид, вы появляетесь вот в таком биоме, и чтобы дойти до этой деревни, вам понадобится идти, или может даже лететь в режиме креатива вот в эту сторону, где растут многочисленные акации. Собственно, просто летим в эту сторону, и мы видим уже деревню, и первое, что бросается в глаза, это нам шланный булыжник, друзья. Он уже зарос, и он стал вот таким зеленым. Собственно, также бросается паутина. Ну, а дальше мы видим зеленых носатых. Привет, друзья. Собственно, это зомби-жители, но это те же самые носатые, только они наносят урон. Ну, а, собственно, деревня, по идее, как деревня, но она уже заброшенная. Видите, друзья, вот еще один зомби-житель. Только он уже работает библиотекарем. Да, у них здесь своя атмосфера. Собственно, как мы видим, дверей нет, потому что зомби вынесли эти двери. И почти в каждом домике мы видим паутина. То есть даже не только в окружности этой деревни, но и внутри домиков тоже есть паутина. Ну, а собственно, друзья, деревня довольно классная, и это появилась деревня в новой версии Майнкрафта. Таких раньше не было. И, собственно, здесь также растет урожай. И вы можете собрать всю еду и отправляться дальше в путешествие. Но ваш путь в эту деревню усложняет зомби, который встречается в начале этой деревни. Собственно, давайте идти дальше, и пока что больше я никого не вижу, но деревня довольно большая, и лута будет с нее очень много. Поэтому, если вы собираетесь в режиме выживания отправиться сюда, то, друзья, с радостью вы выживете в этом суровом мире Майнкрафта. Собственно, зомби у нас встречаются только вот в этом домике библиотеки, то есть вот в этом домике, друзья. Да, друзья, вы что здесь? Не выходите? Ну ладно. Собственно, друзья, вот такой сид был сегодня. Сказать больше нечего. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.